дубль 15 забрать свои вещи. У меня аж вылетело после попытки спастись тогда. Какие-то паразиты были, я так и не понял, что меня убило, какой-то паразит. Вроде как тут не стоит мод на паразитов. Как там он? Чизл? Нет, нет. Skip it online. Skip light, положай, что-то такое вроде. Короче, какой-то странный мод. Но у меня после него просел FPS, и меня, короче, выбросило. Я это прям буду обрезать. Но это вот что, это прям не прогрузка карты конкретная. Видимо, все конкретно залагало. Еще хуже, чем в Бионере. В Бионере хотя бы не так лагало. Видишь, да, тут тоже что-то подлагнуло. Мою смерть это показывает в странном месте. Угу, вон какой-то паразит рели. И типа как это? Они что бы взяли и исчезли, наложив на меня инфекцию. Типа, и что это сейчас было? Так, у меня тут стоит барьер. За ним мини-зомби, и я вижу кучу гнилой плоти, которую, видимо, в прошлый раз не успел забрать. Давай, ну, лезь сюда, ну, давай. Так, мне надо быстрее все делать, а то сейчас тут хлынет прям куча. Да откуда ты взялся? Слезь с моей башки, урод. Ну, вылазь давай. Ну, а что, на честный бой готов? О, вышел на честный бой. Молодец. Закрываю я тебя там наедине с всякой нечистью. Понятно. Ты что? Да ты... Вы тут откуда? Оба. Взялись. С тебя железный слиток выпал, чел. Откуда ты? Ни еды, ни воды. Ночь. Меня сейчас, короче, кто-нибудь завалит. Отвечаю. Ну вот прям 100%. Мне надо закрыть то место кучей факелов, чтобы никто не смог пройти, и это тоже. Забрать бы вот это. Я представляю, сколько там еще всякой фигни, да? Много гнилой плоти, конечно, много. Все, закрываем все это дело. Да ты-то откуда приперся? Объясни. Да ты... На моем лице прям засели. Вот, бежим. Бежим, бежим. Точка дома горит синим. Синим горит. Точка дома. Блин, меня вечно, когда я во что-нибудь играю, вот в World Box, например, тянет на... То, чтобы запеть. Но я реально не умею петь. Вам лучше не слушать мое пение. Хотя неплохие стихи у меня получаются, если я долго над ними думаю. Поэтому я простите за мое пение. Я наверняка пою в роликах постоянно. Просто не замечаю это за собой, не замечаю. Бежим, 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 бежим. По-моему, это не то место. Или это то место? Да, это то место, но нам вот сюда. Беги. Беги. Беги быстрее. Беги быстрее, беги. Давай, давай. Беги. Быстро возьми. Я даже успел что-то сделать до того, как меня убили. Нет, там, конечно, полный провал. Там уже даже пройти будет невозможно скоро. Не, нам пока туда лезть нельзя. Там полный этот... Полный спавнер монстров есть. Там полный ужас творится. Там невероятно пройти. Там полный ужас. Полный провал, короче, не могу ничего сказать больше.
Там полный ужас, там полный провал. Полный провал, я больше не могу. Провал. Где там эта фиговина? Вот эта фиговина. Полный, короче, провал у нас получился с этим всем. Ну, ладно, бывает такое. А что делать? Ну, да, не повезло, не в этот раз. Я целую одну получилось сделать такую фигню. Пошли посмотрим, сколько у нас там молока можно собрать с двух коров. Ну, логично, две штуки. Ну, из тебя тоже, да. Полный провал, короче, ничего не могу больше сказать. Ты там это... Крэк, я все понимаю, Крэка. А вот ты тут лишний. Полный провал. Полный провал, короче, с попыткой попасть в это место, там что-то заполучить. Им пока даже рано лезть туда, я уже молчу о том, чтобы там побеждать. Надо все вот сюда положить. Да, вот прям полностью все. А, ну одну только можно, да, ну ладно. Будет у нас три сейчас этих куна, или как там их правильно. Вообще можно было бы, конечно, ходить, кучу раз собирать, но... Так, у нас тут опять этот меч, опять куча фигни. Провалы постоянные у нас сегодня. Полный провал вообще, не видел. Там полный провал. Я больше ничего сказать об этом не могу, это просто невозможно. Так, это можно сюда кинуть все дело. Что там у нас? Шесть этих? Ну, шесть, так шесть. Пошли попробуем посмотреть, что нам выпадет. Это не то, это не интересно. Это уже что-то. Хотя, по-моему, у нас был такой. Да, у нас такой был. Пошли делать очередное граффити. Вот сюда. Граффити, давай, граффити. По-моему, у нас такой был, да, внутри? Да, вот он. Мы уже что, все сделали, что ли, что могли? Такой вот стенд у нас тут с кучей всяких египетских плюшек. Почему граффити? Ну, потому что я на своей, блин, этой, на своей хижине, так скажем, делаю целый рисунок один. Хотя, что такое граффити, я все-таки плохо понимаю. Я нормальный человек, я не понимаю, как... Что такое граффити? Зато я вижу вот эту фигню и примерно представляю, что это. Я знаю, что в этом моде это что-то не работает. Это нет, это тотально, что-то тотально большое и порванное, видимо. А, я вспомнил, что это даже, да, я понимаю, что это все. Я понимаю. Короче, вот это вот... Верни на место, возвращай. Как тебе не стыдно, возвращай. Верни ту картину. Верни мне ту картину. У тебя там тоже было необычное, но он... Пофиг. Пофиг, я потом ее сделаю. Мне сейчас не до нее. Где та картина? Я должен рассказать об этом. Короче, сейчас... Да блин, еще одна классная картина. Да еще... Так, я сейчас рандомную найду, которая первая красивая, мне понравится, попадется, но которой у меня при этом нет. Это неинтересно. Вот это. Короче, тот вот странный сундук с обрезанным этим. Это, короче, такая была вещь. Это керамические осколки. Я не помню зачем. Короче, этот самый рисунок показывал нам сундук, в котором лежит вещь, с помощью которой, по идее, мода можно было управлять временем, но, как обычно, ну вот эту фигню они так и не сделали. Ну, не они там, я не знаю, сколько человек работало над модом. Ну, короче, это количество людей просто забыло. Ну, на своем моде в целом они забыли. То есть в целом они потеряли идею мода, видимо, или еще что, я не знаю уж. О, кстати, да, вот история первая прояснилась, смотри. Так. Нет, все не то, не то. Вот, смотри, он типа стоит стражник. Что ж такое-то, все не везет. Стоит, значит, это стражник, потом...
что ж сегодня как-то... Да ну... Однообразие какое-то. Это... Не выпадет та же картинка. Вот. Потом эта фигня оживает и идет на нашего стражника. Фигня это, да. Фигня полная вообще. Я картину пока не везет. Мне нужна другая картина. Это все делает. Вот, смотри, а потом он типа... Оказывается, за спиной. Так, это мы оставим. А это мы сейчас посмотрим, что могло быть дальше. Ничего похожего больше нет, да? Вот я не верю, что больше нет ничего похожего. Давай даже вот так сделаю. Наверное, так больше понятно, что нам примерно надо. Нам надо выбить похожую картинку, в которой что-то изменится. Маленькое, но оно должно поменяться. Что-то такое незаметное, но оно есть. Ну да, там типа он исчез, за спиной появился. Видимо, там бы дальше нет, да, продолжения именно этой истории. Ну ладно, поставлю рандом. Там типа, видимо, стоит этот стражник, потом оживает статуя, идет на него. Стражник целится, а вот ему не везет. Оказывается, что эта фигня умеет телепортироваться или и телепортируется. Ну, пока что все понятно вроде. Куда мне это все лепить? Вы вообще представляете мы размеры этой археологической зоны? Так кто у нас есть? Фигня какая-то. Ты у нас что? Фигня какая-то. Что неинтересное? Ты тоже неинтересный. Так, тут у нас споры и картошка. Картошка вроде как не просроченная даже. Хотя это странно, конечно, картошка не просроченная. Ну ладно. Что? Отправляем туда же, пусть проверяется, пусть. А чё, блин? Давай вот это проверить. Мне ископаемые сейчас нужнее. Нужнее они, потому что вольер легче строить под них все-таки. Кости. Ну, это, кстати, полезно. Мне надо понимать, для кого я строю вольер. По-моему, да, вот тут была динокнига. Динобук, или как там она называлась-то? И мне нужна обычная книга. Для обычной книги нужна бумага. А это нам необходимо, да? Вроде да. Так, короче, не уходите. Я пошел переться за тростником. Так, я снова здесь. Я тут, короче, поставил на... Ну, исследование вот это. Это, короче, резина... Не, ископаемые, они, пока я вот это все искал дело, ну, встретились мне. Забыл, зачем мне должны были. Нужен был тростник. Вроде как я хотел сделать бумагу, да? Да, на весь тростник. Почти вся бумага. Надо что-то кинуть куда-нибудь. Так сделаю. Заметьте, вторая серия, а я еще даже близко не подошел к цели. Еще даже близко не начал делать основное, что хотел. Так, все, вторую нам не надо. Ага, смелый Дон. Вот я знаю, кто будет первым, кого мы выведем. Разумеется, смелый Дон. Так. Это надо сюда поставить. Давайте что-нибудь выбросим, что нам не особо надо. Картофель, кремень. Ну ладно, бумагу оставлю, вдруг пригодится. Так, что там еще надо? Да, я успел вынуть. Уже испугался, неужели не успел вынуть? Нет, успел. Все, создаем одну книгу. Ну ладно, теперь нам надо кинуть это все дело вот сюда. Нам надо создать еще один сундук. То это невозможно. Так. Сейчас пойдем попробуем построить мини-вольер. Нам не особо нужен большой вольер для именно этого вида. Я знаю, что он не особо большой. Котик такой будет маленький. Ну, не маленький, но и не самый большой котик. Ну, поэтому пошлите где-нибудь его вольер построим. Вот. Идеально. Для кота первым мобом, которого он вернет из мертвых, будет кот. Это шедевр.
Мы ему не особо будем обустраивать вольер. Это будет чисто как начальный вольер. Мы сейчас туда должны еще корову загнать каким-либо образом. Да, для них нужна корова. И это обязательная часть, потому что у них там не обычные эти выводятся, не обычные яйца, а сыворотки возрождения. Так я не помню, вроде как ему не нужна крыша. Но я на всякий случай ее сделаю. Ну а вдруг что? Пошлите быстро в шахту, сходим быстро. Так, быстро по фасту. Так, надо это собрать дело. Я перестал особо опасаться ликанитов, они в 1.16.5 жесткие. Так, забейте, просто копаем, копаем и все. Почему мы копаем, пока сзади нас Крейг, он нас уже может убить. Посмотри, он приближается к месту, где услышал нас. Но на самом деле, если я прыгну оттуда и успею убирать, или буду передвигаться на шахте, он меня совершенно полностью перестанет замечать. Такое же дело, если я буду передвигаться и по листве. То есть они, оказывается, все это делали, все это время были слепые. Да, у них нету глаз, я, по-моему, я об этом рассказывал, но я не уверен. Пошлите внутрь этой. Посадим там вот такой вот черепной фонарик. Где вход? Вот вход. Да, вот он будет освещать это место. Это будет чисто до вывода самого животного. Так, нам нужен один из вас, друг. Один из вас нам нужен. Так, корова. Одна. Одна, вторая не нужна. Одна. Да, выходи, выходи. Ну что ты, давай. Курятина бежала за вас, корова. Коровы, вы такие коровы, блин. Давайте, выходите уже. Из-за вас корова исчезла. Катина. Вторая курица. Ой, не корова, а курица. Так, 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 так. Далеко не уходить. А ну, возвращаться. Давай, давай, давай. Угу. Берем в руки это и заводим корову вот сюдашеньки. Теперь выходим и закрываем вход. Не должна выйти, она не должна. Я не думаю, что сможет выйти. Пишите, быстро сделаем эту дверь. Ну, я не помню, я за выживание вообще дверь делал. Вроде как да. Угу. Идентифицировалось почти. Так раз идеально, мы пойдем пока что сделаем отверстие в самом загоне для коров. И теперь пошлите быстро сделаем эту сыворотку для коровы. И все. Будет идеально. Сыворотки не хватает всего на этой. Ну, надеюсь, не получится, как обычно. Фиг пойми чё. Ну, очень надеюсь. Ну, кстати, должно хватить. Не, с молоком, конечно, было лучше, когда молоко просто требовалось. Требовалось одно время молоко для того, чтобы создать новый этот новый вид. Ну, вывести динозавра назад. А теперь нужно что-то посерьезнее молока. Давай, ну! Сдавайся, я пока хочу вместо тебя опустить другое животное. Давай! Давай! Сдайся, пожалуйста. Осталось немного, ребят, честно, я отвечаю. Кстати, по поводу тех часиков, вот они. И я не помню, у них даже применения, по-моему, нету. Вот они. И чего вы применяетесь? Для руны археологии. Ну, в принципе, я ничего другого и не ожидал. Себе только тут, да, применяетесь? Еще металли и... Ты как вообще связан, может быть... А, это не металл, это Хронос. Время, это не металл. Да, вот, сыворотка. Пошлите. Пошлите. Ну, давай. Хобана.
тебе нельзя приходить в подобные углы. 2% уже. Да, ребятки, да. Да. Вот так вот мы сейчас создадим смелодона. Но надо будет быть, когда он появится, чтобы он нас не атаковал. Я поэтому быстро сейчас соберу много камней и пойду наверх. Так, кстати, я сейчас остановлю запись. Ну и, наверное, последний раз включаюсь. А что там? 38. Я тут немного, ребят, еще расширю. Мне становится как бы не особо помогать. Пошлите, посмотрим, что там по прошлому этому. Не по прошлому, по будущему. С ним тоже, видимо, скоро уже все надо будет создавать. Поэтому давайте будем искать тут этот ствол дерева и будем дерево добывать. Да где же это дерево ствол? Я его никак найти не могу. А, вот. Нашел. Видимо, тут где-то ствол. Да, вот это, наверное, ствол. Или нет. Или да. Ай, упал. Коты не очень любят падать с большой высоты. Ну ладно. Второй вольер пока что будет из дерева. Ну, а я не думаю, что он прям сразу будет ломать дерево, поэтому я собираюсь сделать основной вольер пока из дерева, поэтому пока не вылупится само создание. Так. Я это все дело собираю. Так, так, 64 аж. Конечно, хорошо, но как нам назад-то вернуться? Вернуться назад может тут. Не, ну, конечно, я вечно вспоминаю эту башню, такой, это полный провал. Это полный провал с башней, я не могу уже даже по-другому сказать, потому что если бы не башня, может быть, все было бы лучше. По-моему, все-таки там что-то произошло и... А, нет, вот он. Первое в мире яйцо динозавра, которое может вылупиться. И я хочу сходить посмотреть на смелодончика. Он уже... Так, ты наша? Нет, это не наша корова вроде, ну ладно. Так, собираем яйцо обычное. Заходим внутрь и... Я должен быть при его создании. А, нет, еще не должен. У нас еще много времени, чтобы построить еще один вольер. Я знаю, что этот динозавр по стенам не лазит, поэтому... Вольер будет нормальным. Без крыши. Ну, по смелодону мы тоже посмотрим, может, он тоже не лазит. Тогда вообще идеально даже уберем тот вольер. Знаете, что я тут вспомнил? Историю. В одно время, помните, были популярны эти видосы? Майнкрафт, надо собрать там какое-то определенное количество что-то. Мы тогда с... еще одним ютубером, рекламы не будет, создали следующую тему, типа, собрать все растения, ну, типа, создать полный ботанический сад. А в будущем мы нашли эту тему у одного известного ютубера. При этом мы никуда не заливали этот ролик, ну, эту идею, поэтому, ну, вот так совпало. Я эту историю почему-то запомнил. Если вам интересная история. Пока что мы все равно ждем, когда смелодон вылупится. Оно вылупляет смелодона. Но скоро появится зверь, чья сила способна прогрызть что-нибудь. Ну ладно. А мы еще тут создаем яйцо, и вроде как ему тепло. Но это не будет всегда, поэтому надо быстро создать факела. Я знаю, что данному яйцу смелодона не всегда будет тепло, поэтому мы создадим ему факела, чтобы просто было ему хорошо. Да ведь тебе сейчас... Да, тепло ему, отлично. Если нападу на козу, она меня ударит? Нет. Может, ударит. Так. Тут даже не утонуть, ребят. Мне надо быстро как-то слить, персонажа слить, чтобы при этом не пропустить, как смелодон появится и отхилится. У меня есть один, конечно, хороший план просто прыгнуть с большой высоты, но это неинтересно. Можешь не напасть на какую-нибудь из рыб. Вот ты рыба. Рыба.
Рыба? Этой рыбе вообще на меня все равно. А, нет, она просто сдохла. Она просто сдохла. Ты тоже сдохла. Какие-то все рыбы однообразные. А, точно. У нас же стоит мод на точке смерти. Там что, не появился еще? Нет, вроде нету. Давай, ну. Собираем все это дело и плывем назад. Плывем. Так, там, по-моему, одно пока животное. Да, пока что там только корова одна, коу. Это коу будет недолго, поэтому быстрее надо бежать туда. Быстрее достаем книгу из инвентаря и заходим. Разумный вид. Почти создан, ну. Так, приманим ее к себе, чтобы она отошла от угла. От угла отойди, от угла. Да, вот он, маленький, миленький. Владелец Котофей, это самец, он агрессивный сейчас. Где? Сытость у него 50, надо его чем-то покормить. Но у меня есть только рыба. Ты рыбу ешь? Не, по-моему, он рыбу не ест. Да, он не ест рыбу, но ест все то, что тут перечислено. Угу. А гнилую плоть, слушай, ты ешь? Нет, гниль он, видимо, тоже не особо любит. Какой привередливый, привередливый. Ну ладно, пошлите гасить тогда овец. Гасить овец-то... Ну, просто ради науки. Бам. Так бы я не стал, конечно, гасить овец. Мне просто их жалко, потому что... Это способ добыть шерсть, как минимум. Это способ добыть шерсть. Хотела спрятаться, овца. Оп. Бам. Все. Мне надо как можно больше овец прибить. Ты тоже хотела спрятаться, овца, я все понимаю, но нам надо восстановить целую цепочку эволюции, поэтому... Не эволюция, а видов, поэтому нам надо тебя убить, овца. Ты более новый вид. Можешь уступить старичку, который уже вымер. Ну ладно. Так, так. Так, тут овца. Думали, я не замечу эту овцу. Не, я всех их заметил. Этот крот уже... Не, он вообще какой-то наглый стал. Крот какой-то... Так. Так, во-первых, тут овца. Во-вторых, где мой, извините, алмазный топор? Вот он. Где ты, овца? Я тебя только что видел. Вот ты. Да, все, могла бы и убежать. Ладно, не повезло ей. Ну, пошли тогда назад. Все, заходим внутрь. Я что-то не рухнул. Рухнуть тут было бы обидно. Потому что если бы я рухнул, я бы оказался, ну, в полнейшем провале. Он съел корову. Молодец. Я к нему так вообще спокоен. Он съел корову. Молодец. Просто я только что его создал, поэтому... Он еще не понял, что корова была его детям. Блин. Ладно, поешь. По-моему, ты... Нет, он меня еще не признал своим владельцем, и... Ну, не повезло, не успел я на его место рождения. Ну, пошли тогда еще кого-нибудь создадим. Не, ну а что, ролик оканчивать на двух? Не, это будет слишком мало. Пошлите еще кого-нибудь создавать. Нам же мало одно существо. Хочу в следующем ролике, если получится, позвать одного ютубера, который не шарит за Майн особо. И прикольнуться над ним, типа, смотри, как обновили Майнкрафт, пока тебя не было. Он долго не играл. Ладно, не важно. Потом. Посмотрим реакцию данного человека. На факт изменения Майнкрафта, пока его не было. Так, этот человек просто очень долго играет. Так, еще один вид. Так, еще один вид. Так, сейчас остановлю запись. Так, я снова здесь. По-моему, нам опять надо идти за созданием, за этим. Да, у нас закончились эти фигни, и нам надо подняться еще раз. Быстро взять, сделать одну такую и быстро назад. Хоп,
Давай, оп, погнали назад, оп, оп. Паркур, паркур. Так, так, так. Создать. Так. Так, это дело надо выкинуть пока что. Так, так, создаем. Сундук, нету места. Ладно, так, кинем. Кинуть сюда две. Все, погнали, пусть создается. Достать еще 13 досок. Ладно, не так уж много, но нам хватит. Можно сделать тут, кстати, загон для Галимима или кто там. Ну что, давайте. Не, ну а что выпендриваться, собственно говоря? Что нам выпендриваться особо? Надо просто делать интересное место для его обитания. Мы пока делаем такую, ну, мини-базу, которой будет пока что появляться все наши ранние виды. В будущем они развиваются, и потом им уже надо будет более серьезное место, и я более серьезно буду думать о их месте обитания. Но пока что нам как бы все равно на это. Нам просто надо, чтобы они появились, и чтобы их ДНК не валялось в сундуках. Потому что сейчас у меня в основном эти ДНК в сундуках валяются, нафиг никому не нужны. Но я решил, что, ну, раз они валяются, значит, я их могу использовать. А я их и использую по назначению. Так, я в микрофон дую, по-моему, чаще, чем разговариваю. Не знаю. Мне микрофон неудобно стоит. Блин, я только сейчас понял, что это, ну, довольно большой уже час игры, а у нас даже нету минимальной брони. Ну ладно, бывает. Нам, в принципе, все равно на броню. Так, вот, вот это вот место сейчас надо ограждать. Буду идти по песчаной вот этой части. Ой, нет, сбой культивации. На одном из галимимов. Где? Где эта гадость? Где эта гадость? Ты что? Ты мой... Ты что сделал? О, нет. Эта гадина уничтожила нам культиватор. Так, еще раз, для его создания нам надо столько всего, сколько там чего надо было, я уже совсем забыл. По-моему, там надо было что-то очень тяжело доставаемое. Да, это было ведро воды, куча стекла, слизь и еще и железо. Это шикарно просто. У нас слизь-то хотя бы есть еще. Стекло. У нас есть только одно. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего полезного. У нас получается только железо двух не будет хватать. Ну, пойдем сейчас выкопаем. Только до песка доберемся. Надо же было так испортить-то все. Пошлите в нижнюю шахту. Мне сейчас лень идти далеко, поэтому пошлите в шахты ниже, которые здесь. Мне сейчас лень просто идти в шахты, где много ресурсов. В те дальние, которых я недавно совсем был. Аккуратно. Аккуратно. Спускаемся. Вот это прям подо мной есть. Нам в эту сторону, потом тут где-то будет у меня спуск еще ниже. Сам поем немного еды с мелодона. Во-во-во, да, спуск еще ниже. Вот я и здесь. Чупакабр! Чупакабр! Бесит. Пришел за культиватором. Меня убил чупакабр. Я даже его победить никак не могу. Он там засел такой наглый вообще. Он... Вот они всегда там заседают и такие типа... Тут хорошо. Уютно. Классно им там, короче, классно. Таким, как я, когда ходят в шахту, не классно. Может, я, конечно, не могу его убить, не собирая свои вещи, но... Но! Топор алмазный, у меня всего один алмазный топор, поэтому
Мне придется собирать свои вещи сейчас. По-моему, он... Меня, по-моему, окружили твари. Твари, которые не в смысле, что как ругательство, а в смысле, что они просто сами по себе называются все эти чупакабры тварями, потому что это такое существо, особый вид существ. Твари. Ай, ё-моё. Да что ж такое-то? Так, я знаю, что нам делать в случае, если нас кто-то пытается убить. Мирная сложность. Это шедевр нашего мира. Это просто приятнейшая вещь, что может быть. Мирная сложность. Будьте как мирная сложность. Слушайте, дайте мне тэпнусь один раз. Прошу, мне лень. Так. Последняя метка смерти. Какого она там цвета? Точка смерти. Да ладно, так спущусь. Ладно, я осознал. Я осознал. Я и так могу спуститься, мне не лень. Мне просто лень искать ту точку смерти. Нет, их просто очень много. Такая зелененькая. Буду хотя бы это знать. Так, по-моему, я перебежал то место. Или вообще не туда побежал. Я без понятия. Нет, туда. Так, прыгаем сюда, 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 сюда. Спускаемся. Спускаемся в самый-самый низ. Я туда бежал. Хотя бы место, куда я бежал, я запомнил. А ты почему не исчез? Ты добрый? Да, ты добрый. Впервые в жизни. Чупакабра меня не хочет убить. Но как минимум он не исчез. Так это не алмазы? Нет, это не алмазы, это какая-то фигня. Дрень. Надо бы какие-нибудь растения, конечно, призвать. Но какие-то растения призвать, это как бы бессмысленно. На нашем этапе игры. Просто кому нужны растения, когда есть крутейшие мобы? Так называемые динозавры. Киноварь какой-то собрал, ну ладно. Звучит не круто, а на самом деле может и круто. Так, теперь пора выбираться из этого. Я на это потратил все то последнее количество досок, что спасало меня все это время. Как бы это странно не звучало. Дайте я тэпнусь просто наверх. Так просто легче, чем каждый раз заново туда приходить. Так, вот он, телепорт. Так, это что? Так, по-моему, это... Где я? Так, дайте мне войти в креатив, мне надо понять, где я. Я даже не в креатив, а знаете во что? Воспитатор. Это я, извините меня, где? Я появился, короче, внутри этого. Можно вот сюда вылечу? Больше креатив и спектатор использовать не буду. Внутри постройки. И теперь я типа дома. Мне почти все хватает на культиватор. Нет, даже все вроде. Сейчас будет обидно, если в печке окажется... Нет, не оказалось. Я уже ожидал. Сапфировые крейки ходят. Ну... Собственно говоря, я не особо удивляюсь. Да мне нечем удивляться. Это нормально. Это, блин, нормально. Пишите, посмотрим, как там поживают все те виды, что я создал вчера. Давайте на него посмотрим. Ты там как? Дружище, ты меня атаковать не будешь, если я тебя покормлю? У тебя что там по твоим хпшкам? Ты не хочешь есть даже. Молодец. А вот Смелодон наверняка сейчас... Обиделся на меня, что я не пришел его не покормил, да? Слушай, Смелодон, там какая-то очень-очень-очень опасное чудовище водится. Можно я у тебя посижу пару минут?
Ну ладно, тебе пора рано. Тебе пока что рано есть в этот бой. Давай, ну, что ты встал-то? О, снял с первого Крейга. Там должно уже, ну, так скажем, сделаться это... Как его? Стекло, да. Так, стекло забыл забрать. Что со мной сегодня? Так, вот сюда кинем в это, пусть что-нибудь там получится из этого. Я надеюсь. Я не посмотрел, я его вроде как не покормил, да? Я опять забыл его покормить вроде. Ты покормишь или нет? Ты покормишь? Нет, ты не покормишь. Давайте покормлю. Молодец. Хорош, смелодончик. Они тут все ради того, чтобы в будущем... Ну, все коровы имеются в виду, чтобы стать в будущем какими-то другими зверями, но чтобы при этом их не убили. Вот смелодон свою корову завалил, видимо, и что-то... Все-таки эта корова, видимо, была... так как... Песнавио, а это мясоед. Он решил, что это для него еда, хотя это была не еда. Ну ладно, это его дело, его проблемы вообще. Пусть, давай, давай, пусть создастся. Ха. О, так раз. Вот теперь точно все. И еще один создан. У меня всего два еще и можно создать инкубатор. Я уже не поведусь на это. Давайте дождемся стегозавра. Это надо кинуть вот сюда, я не знаю зачем. Да, но его даже обрабатывают. Меч, кстати. Кстати, мощный меч, я, ну, знаю кое-что об этом мече и знаю, что он довольно мощный. Я получу вот это сюда сейчас, чтобы еще к нему получить вот такой вот шлем. Ну, собственно говоря, тут будет падать всякий мусор, поэтому нам сейчас это не особо важно. Давай попробуем, что будет с трицератопсом. Кстати, а он что, уничтожил, да, мои эти? Я что-то столько подкинул. Подождите, а где... Так, 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 нет, 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 нет. Ну, конечно, нет, я переволновался и забыл о том, что я их убрал куда-то. Ладно, попробуем поставить... Еще особенно. Стойте, кого я поставил? Ой, ты, быстро, быстро, быстро убирайся. Убирайся оттуда. Так, ставим какого-нибудь. Кто бы ты ни был. Ты у нас Титанос. Титанос, кстати, имба, я считаю. Я их уже видел кучу раз. Это будет такое тотемное животное. Котофей парка. Я уже придумал этому месту название. Котофей парк. И только попробуйте сказать, что похоже на динопарк. Я и без вас это отлично знаю. Но это Котофей парк. Не путайте. Кто перепутает, ну, тот перепутает. Не моя проблема. Ну ладно. Так, это тоже надо его закрыть. Так, все это не пол. Это ужас какой-то. Мне надо это убрать. Мне прям не нравится этот пол. Давайте все это на дерево заменим. Профессионально меняю все то, что тут нагородил до этого на дерево. Не, камень, конечно, хорошо, но пусть его лучше что-нибудь закрыл. Нет, 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 обсидиан я убирать не буду. Это просто антураж. Вам показать, что там есть обсидиан, а там нет обсидиана. Это оптическая иллюзия, отвечаю. Угу. Да, наверняка опять 3 часа на снятого, от снятого материала, я не знаю сколько. Все без толку. Я просто уже представляю, сколько я буду это монтировать. Хорошо, что ролики я снимаю заранее. Поэтому в этом ролике я не узнаю, кто на меня подписался. Узнаем мы об этом в следующем. Который я уже попытаюсь записать примерно, ну, 3 числа. Так, смотрите, он меня еще не считает своим этим другом. Но он уже... Радостный хотя бы, тут хотя бы что-то, тут чего-то мы добились. Он не покажется вам радостным, когда разобьет что-нибудь, разобьет. А он может что-нибудь разбить. Кстати, смотрите на шикарный светильник, я для него специально ставил. Давайте пойдемте проверим древний меч. Я, конечно, не особо хочу его ломать, но... Давай его, давай его. Ну, с двух ударов, у него сколько? 6 урона, ну слушайте, зато он быстрый.
9 урона же быстро только когда атакуешь. Ну, работает только когда медленно атакуешь. Смотри, что там, кстати, по поводу культивации. Ой, не культивация этой фигни. Еще 4 каких-то непонятных зачем существующих фигни. Так, нам надо создавать... Нет. Ты бесишь. Бесишь. Ну, в этот раз у нас есть... У нас не хватает только этого песка. Песок. Песок. Скажите, почему я беру песок из локации, которую только что делал красивее? Да потому что это сбой культивации, он меня уже бесит. Сбиваться, культивация. Культивация, культивация, культивация. Культивация. Кого можно еще попробовать культивировать, чтобы не было сбоев? Так, тут все сбивается. Водное создание. Я так и не хотел этого делать. А, стойте, нет. Дрон-то может. Я, конечно, к дрону-то нормально отношусь, но и не особо. Так, тут надо 4. Последний коплю. Ненавижу эти культиваторы, они постоянно ломаются из сбоев. Но это нормально для культивации. Все, берем, создаем еще один культиватор. Это второй за выпуск. Если он сейчас сломается, я забью. Да чинить его не буду, мне будет просто пофиг. Где эта биофигня? Ну вот он, биогу. Пожалуйста, сделайся. Я скрестил пальчики, надеюсь, что получится. Угу. Угу. Где ты, агрессивный кусок жизни? Ты у нас живой. Все, я пошел, значит. Если оно живое, оно живое. Логично. Ты, по-моему, немного растешь, разве нет? Возраст у него 1, а у Смелодона, по-моему, уже 2. Нет, тоже 1. Мне все некогда построить, кстати, портал. По-моему, в этой серии Бионера у нас был уже был портал. Или не был, не помню. Так, вечер. Ладно, еще считается, что спать нельзя. Ну вот, Смелодон, Крейг, Маггот. Кто такой Маггот? Я-то слышал Маггота, но я его никогда не видел. Маггот, он прям подо мной или надо мной? Маггот! Магиот! Магиот! Нет этого Магиота тут, ну ладно. Так, ложимся. Напоминаю, что у нас еще не создана эта фигня. Кстати, у нас, по-моему, да, мирный стоит. Значит, наверное, нормальную опять ставим. Ну, пусть появляется. Два энта. Вот они тут стоят, я вообще не понимаю, зачем. Ребят, вы так скоро закаменеете, я не знаю. Вот этот, видимо, уже. Давай, я тебе помогу. Да. Он почти вылез из дерева. Почти. Давай. Ну давай, немного осталось. Давай. Ну, давай же, ну. Ну ладно, это их выбор. У меня процентов 15, нет, 50 уже как минимум сделано. Давайте сыграем в игру лайк, то самое, помните старую. 3 раза кинем это яйцо. Ну, не повезло со всех 3 раз. Так, ладно, культивируем последнее животное, и нам надо корову. Точно, нам надо даже вроде корову. Типа, по-моему, это дронт. Нет, это титанис. Я опять ошибся и
Да, у этого, у Титаниуса есть какой-то. А вот это что? Что ты? А, то есть, даже так. Кстати, можно получить животные из всех этих. Но, в принципе, все равно пока на это мы пока Томкрафт не изучаем. Кстати, пора уже. Посмотрим, что у нас по поводу книжек по Томкрафту. Да, он Омикон, да, он, да, ведь он называется. Так, Таун Омикон. Ищем Таун Омиконы. Так, по-моему, я не на первом. Вот первый слайд. Мотаем на второй. На третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Вот шестой. Так, кстати, надо это убрать. Просто буду вести такой, типа, где-то тут есть. Ищите Таун Омиконы. Я Таункрафт начинается, я даже Таункрафта начала не вижу. Так, это не надо. Это ботания, это не Таункрафт, это еще какая-то фигня. Тоже не ботания, тоже не ботания. Не ботания, механизм или циклик. Не ботания, ой, не Таункрафт, не Таункрафт. Блин, это все какая-то фигня. Не Таункрафт. Не Таункрафт. Таункрафт, Таункрафт, ищи. Где ты? Ага, вот. Во, нашел Таункрафт. Как ты делаешься, Таунамикон? Я не понимаю до конца, не помню, как ты делаешься, Таунамиконище. Как ты тебя сделать, Таунамикон, как тебя сделать, я не понимаю. Так ты делаешься или нет, я не понимаю, Таунамикон. Таунамикона что, нет крафта? Кто знает, напишите в комментариях, какой крафт у Таунамикона. О, Титанис. Ну, пошлите выводить Титаниса. Конец видоса будет на Титанисе. Титанис. А, это даже так? Тебе даже... Ну да, Котофеус. А... Ты разве его владелец, Котофеус? Это у нас всеядный, да? Нет, не всеядный Годин. Это Годин питается чем-то определенным. Будешь? Не хочешь? Ну и ладно. Тебе тоже идти, что ли, завалить парочку животных? Ну ладно, пошлите, повалим каких-нибудь животных. Это у нас не то, это Магот, это Год, это Энд, это все не то, это нам все не интересно, это... Сам что, Рипер? Да, я какой-то косой. Да, блин, я опять запутался. Где ты там? А ну, оп, смог, смог, догнал. Так. Так, по-моему, надо воспользоваться уже мечом. Зачем-то мы же его крафтили. Этот меч, если к нему конкретно так присоединить что-то, я уже забыл что, то он, короче, может конкретно бить молнией. И это был эпик.
У нас, кстати, сейчас нормально так этого. Кстати, я не вижу движения моего ходьбы. Моей ходьбы. Без частиц я думаю, что я лечу. Ну ладно. Так даже интереснее. Так. Так, ну вот так я даже смогу добежать. Заметьте, за серию я зато вывел Титаниса. И собрал еды каждому моему питомцу. Так, сразу зайдем по каждому питомцу, пройдемся. Но сначала корова, иди сюда. Оп, хоп, оп, смог. Смог, успел. Так, эти все дела надо убрать и вот так сложить. Идем сначала к моему этому новому животному. Животное, ты у нас где? Ты у нас тут спишь, да? Смелодон полный. Так, это мы забираем. Так, Титанис полный. Так. Давайте посадим еще туда Дронта, что ли. Ну, мне просто... Хочу еще отдельный загон для Дронта сделать. Мне просто интересно увидеть Дронта, и я хочу его тоже. Пишите это бегун делать. Бегана. Бегун, беган, бегун. Что-то еще помню. Ну, мне можно еще что-то помнить. Ладно, неважно. Вот дрон, ты только попробуй взорваться, я тебя сам взорву. Я просто верю в то, что он может захотеть взорваться, но я ему тонко намекнул на то, что если он взорвется, ну, последняя моя нервная клетка, и я психануть могу. О, впервые. Энд. Нет, ты даешь мне отпор, Энд, но ты не сможешь. Твой вид живого существа будет уничтожен. Внезапно, да, так уничтожено. Внезапно эта фигня ожила и попыталась меня уничтожить. Но дерево-то может оживать сколько хочет. Я особо не боюсь деревьев. Надеюсь, на спец, кстати, все ликониты какие-то были более жесткие, чем на 1.12. На 1.12 какие-то не жесткие такие. Ходят что-то там. Я хочу тебя ударить, только не бей. Вот такие вот они ходили. А сейчас-то они на 1.16.5. Ой, только побреблись к этому адскому существу, и оно сразу разнесет тебя. Вот он единственный пока что сильный из тех, кого я встретил. Так, нам надо отойти и достать свой меч. У него скорость атаки выше. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, по-моему, они... Ты чё? Ты как? Ты? Да вы вместе, что ли, играете? Ладно, я тоже буду играть по-читерски. Есть режим призрака. Бам! Минус один. Где ты? Где ты? Давай тебе! Что нравится? Быстро и быстро все делаю. И четко очень. Быстро и четко все делаю. Вообще не оставил следов его существования, когда-то он даже мог сказать, я существую, а сейчас уже он говорить не может. Ну а что еще-то с ним делать? Они точно меня вдвоем напали. Сейчас я даже проверю, что их больше нет. Вдвоем. И такие типа, мы его победим вдвоем. Угу. И в итоге я их победил.
Ну, тоже бывает. С них попадала всякая фигня. Не особо интересно, не особо нужно, не особо важно. Но, в принципе, вдруг что пригодится. Пошлите делать еще один вольер. Вольерчик нужен не особо большой. Так, тебя покормили. Ты у нас фуловый. Все, пошлите наверх. Наверх мы пойдем за тем, чтобы покормить с помощью пшена, которого у нас и так немного. Так, ты у нас что тут где? Какой у тебя... Возраст один. Да вы вообще будете увеличивать возраст? По-моему, надо чем-то определенным кормить, чтобы они возраст увеличили, но это не точно. А ты у нас тоже возраст один, и ты хочешь кушать. Чё, не можешь поесть? Ну ладно. Так, по-моему, для тебя нужна какая-то специальная еда, чтобы ты... Нет, для него ничего специального не надо. Он может и так есть. Ну, понятно. А чё ты тогда не увеличиваешься в размерах? Дружок, может, конечно, ему надо больше времени, но... Блин. Вы реально в это верите? Я хочу создать вольер дронта, не особо тратя место, потому что дронты, ну, они сами как-то не особо интересны мне лично. Вымерли они не так давно. Ну и плюс, зачем они особо в игре-то? Я понимаю, там с Мелодона, это классно просто. Так, сыграем в игру... Сделаем люк для того, чтобы сделать следующую локацию. Так. Так. Сейчас остановлю ролик и снова приду, ребят. Так, и снова я вернулся. Да, и у нас осталось не так много дел на сегодня. Сейчас сделаем вот этого ДНК дронта. И, наверное, ну, может попробуем еще раз трицератопса вывести. И кого мы там выводили, что он в итоге сломался. Ну, дрон-то мы вывели. Кидаем ДНК этого. Way of the Dodo. А, это Dodo? Это даже не дрон. Хотя, по-моему, это одно и то же. Да, он вылупился. И вот такой вот ты красавчик, да? Красава. Вообще классный чел. У меня даже семечек, да нет? Нет, есть семечко. Пусть поесть семечко. Но он, кстати, не особо интересен мне лично. Я уже, по-моему, об этом говорил, но я их считаю скучными. Так, это мы для тебя убираем. Живи тут, мы к тебе будем заходить, как к остальным. Ну, кстати, я не помню, почему, но мне кажется, что они должны развиваться. По-моему, надо очень много кормить. И я хочу это протестить. Мне лично интересно было бы, как можно больше кормить моего, ну, на данный момент... единственного Титаниса. Идемте посмотрим, где у нас тут ближайшие коровы, да, еще какие-нибудь животные. Сейчас, короче, наберу стак мяса при вас, чтобы вы не говорили, что я его из креатива взял. А, да, кто не понял, как я ищу же дверей. Нажимаю на таб, и вот тут вот на мини-карте, которая левая, высвечиваются, где звери. И какие это звери. Ну, тигр вместо тайгера, это, конечно, шедевр. Как я мог так ошибиться? Уж простите меня, те, кто знает английский. И у меня, конечно, тоже какой-то там уровень. У меня он то ли кэд назван, то ли как-то еще что-то похожее, ну... Но с произношением у меня все равно большая проблема, поэтому не важно. У меня никакущее произношение. Это я знаю давно. Мне его надо конкретно прокачивать, но я, мне как-то лень. Ну что, я себя понимаю, и шикарно, я себя понимаю. Я даже могу немного поговорить, но это будет в стиле... Привет, привет, все. На этом разговор окончился, потому что дальше Котофей не знает, что сказать.
Ну как-то, ребят, долго собирается, если честно, все это дело. Наверное, так и будет долго, но я честно собираю все мясо, которое нахожу. Всех убиваю. Может, с них, конечно, тоже падает, но я в моде не видел, чтобы с них можно было собрать. Ну, я посмотрю, может, суммарно стак будет. Ну, я, наверное, суммарно стак наберу. А не определенно какое-то именно мясо. Какого-то именно мяса стак сложно набрать. Сложно тупо, потому что не каждых видов столько, сколько надо. Мы рядом. Они уже, видите, шарят, убегают. Вот эти вот бесят меня, короче, конкретно меня эти бесят. Да ты долго еще убегать-то от меня собираешься? А, ну ты вообще сам подошел. Ладно. Я вижу там еще свинью и... Наверное, суммарно-то уже достаточно или нет еще? Ты кто? Ты кабан. Верность тебе не падает. Да, не падает. Я не буду больше туда далеко заходить. Зачем? Ну, сейчас вот тут вот пройдусь. Мне всего лишь надо свернуть вот сюда, чтобы увидеть, что тут у нас курятины. Вот, да, курячин один сидит такой. Умный вообще курячин. Ты умный, конечно. Но все-таки не успел убежать. Ну, бывает. Я, конечно, знаю, что это все классно, но... Зачем вам эта часть видео? Но просто чтобы пруфы были, что я все честно набираю, все мясо там, все это. Наверняка у многих закрадываются эти сомнения, что я честно хожу, что-то ищу. Ну да, я честно все хожу, ищу. Так, ты вообще отдельное существо. Шо, все, шо, ну шо. Все, этого тоже убрали. Моя цель убрать как можно больше свиней. Чтобы свиньи остались в меньшинстве. Что они свиньи, они везде, где только можно, кидать свой мусор вообще там. Уважают экологию и так далее. Свиньи. Будьте правильными вообще. Вообще будьте правильными. Вообще будьте правильными, ребят, по экологии. Эти свиньи, вот они такие уже свиньи, что ж, в свиней превратились. Ну, а свиней забивать можно. Вообще, ребят, не будьте сами свиньями, пожалуйста. Экология — это хорошо. Да. Я считаю, что экология — это всегда хорошо. Я не поддерживаю мнение о том, что... Ты... Чё, если брошу какой-нибудь мусор на улицу? Нет, это неправильно, ребят. Это неправильно. Надо уважать природу. Ну, я не настолько активист, что готов говорить, типа, всякую фигню, но... В принципе, ребят, кстати, у меня не хватает. Мне не хватает. Меньше. Мне меньше, чем надо. В этой стороне есть хотя бы... Да, вон там вот что-то. Свиньи. Там свиньи, они такие свиньи вообще. Кстати, тут стоит Ice and Fire, поэтому я передвигаюсь вечно, смотря на камеру. Фиг знает, что я тут найду. Тут что-то все выгорело. Угу, вышел. Так, как ты меня нашел-то? Что у тебя такого в руках-то? Что ты держишь в руках? Что у тебя в руках, я тебя спрашиваю? Ты у нас... Рождественская гирлянда, что? Я без понятия, что это, поэтому ладно. Ты что? Наверное, это тигр охотился на эту свинью, но я быстрее, и забить свинью я могу лучше, чем тигр. Да, я забиваю свиньи быстрее, чем тигр, поэтому... Тигр 0, ктофей 1. Это как список тех, кто может победить вас в бою. Свиньи. Это специальный список для свиней, с кем стоит сражаться, с кем пока нет. Типа, свиньи-боксеры. Что за бред я несу? Ладно, бред какой-то.
Не слушайте меня. Я под конец ролика начинаю нести бред. Хотя я не знаю, конец ли это ролика. Хотя обычно я так определяю, пора ли заканчивать. Но это не важно. Так, все, погнали вот сюда. Я просто увидел, что там тоже есть какие-то левые существа. Вот они. Чикины, например. Ну, что, мне чикин нужен тоже. Мне вообще много зверей надо сейчас. Мне надо прям все зверье, что водится в ближайшем километрах 50 вообще. Так, я видел эту овцу. Я ее не пропущу. Где она? Где эта овца? Хотел спрятаться. По-моему, этого должно хватить. Ну, просто попытаться же можно. Так, ты у нас что, в вольере спишь, да, уже? Да, ты у нас спишь уже. Все, тогда иду дальше. Смелодончик. Ну, открываем дверь к смелодону и покормим его. На него не должно много уйти. Да, всего два ушло. Даже больше, три, ладно. Точно, его же нельзя больше количество раз, которые он хочет кормить его. Ну, кстати, дрон-то, что там по дрон-то? Тебе кормить надо, да ведь? Конечно, надо. Бери. Ешь. По-моему, дрон всеяден. А, нет, не всеяден. Ну ладно. У нас там сбоя в инкубаторе никого не было. Да, не было, но у нас тут есть какое-то. Яйцо, это вроде как, да, The Horner. Пишите, быстро сделаем еще один вольер. И, наверное, на этом уже серию окончим, когда вылупится самый новый наш представитель фауны. Им должно быть, в принципе, вместе хорошо. Но я на всякий случай их немного отделю друг от друга. Я... Нет, тут тупо бессмысленно его делать. Я должен делать его там, где лично ему будет пока хорошо. Ну, давай пока здесь мы сделаем вольер. Конечно, зря я делаю вольеры, такие маленькие, потому что в будущем эти все равно все вырастут и захотят больше места, будут ломать мои загоны и так далее, пытаться бежать. Ну, вот, вы знаете, в Jurassic World, ну, Jurassic Craft, или как там он правильно называется, в нем есть специальное ограждение, которое, типа, бьет электричеством их, и они такие, типа, ок, не буду бегать. Ну, вот у нас такого нет. Вручную их тут гоняем. Вот идея избежать. Ну, я это делаю, например, способом... Вот смотрите, как тут хорошо и как плохо там. Там вас забьют. Ну, кстати, я когда-нибудь сделаю огромный вольер, с которого... Ну, когда-нибудь, когда видов будет слишком много... Ну, например, когда будет слишком много животных одного вида, я отпускать буду их на волю. Типа, чтобы они уходили. По-моему, он холодный. Ему холодно, да. Видимо, Грю еще нет в этой версии мода, поэтому я особо не волнуюсь, что меня сожрет Грю, поэтому как бы хожу при всей тьме, что вокруг. Потому что, а чё? Пусть жрет. Пусть жрет. Тебе что, теплее стало? Да, стало. Вот, пусть вылупляется. Вылупляется, да, вот. Ты у нас даже возраст прокачал. Молодец. Давайте я за это покормим сейчас немного. Давай, давай. Я ночную кормежку буду им устраивать пока что. Ну, чтобы чисто утром их не дрючить, чтобы не вставали, не кормились. Ты у нас что? Ты у нас на баранью, да? На баранье и так далее. Ты у нас тоже увеличился. Значит, ты титанец должен был на один левел подняться. А дрон как бы еще не должен, да, был? Да, дрон наверняка еще на первом. Титанис 0. Нет, он не встал. А ты у нас что, ты у нас встал? Нет, ты еще даже не встал. Он еще даже не встал. Ну. Он, короче, еще даже не встал в эволюционную цепь. Он еще только начал.
Если правильно понял, они должны вставать, когда прокачиваются. То есть, если они прокачали уровень, они должны вставать. А эти спят. Значит, он не встал, значит, он не прокачался. Видимо, так. Но эти тоже двое спали. Ну, раньше в версиях я видел такое. Типа, встают они такие, о, класс, дальше спать ложатся. Ну, может, и нет уже. Ну, не знаю. Надо будет это проверить. Вот он, короче, не встал еще, это тоже еще не встал. Ну, ладно. А те, видимо, либо встают уже и ложатся сразу, либо они даже не вставали. Ну, я не знаю точно всех премудростей этого мода, он какой-то сложный. Я думал, он полегче в изучении, но нет, это сложный мод. Ну вот самый молодой наш этот, и как он тут, 68%, он вылупится при мне. Я не позволю сделать его тоже не моим. Да, меня будут убивать все мои травоядные динозавры. Так, у меня есть? Да, у меня есть, конечно, есть у меня. Так, срочно надо все это дело засадить. Так, это мне надо травой. Как бы вот так сделать, да. Так ему будет уютнее. Так он, может, не захочет от нас убегать. А так захочет. Сейчас в яйцо начнет такое, типа, танцевать. К этому надо будет музыку. Появился. Так, смотрим. Он появился, это трицератопс, и он, да, уже приручился. Так. Так этот уже, по-моему, уже должны они все вставать потихонечку. Поэтому им надо опять кормить их ходить. Тебя покормили. По-моему, у него цвет изменился. Или мне кажется. Да, мне кажется. Он не стал больше, у него просто цвет не изменился. Когда же вы будете вставать-то уже все? Давайте, ну, люди добрые. Где вы там? Посмотри, что у этого. Что у тебя, друг? У тебя второй уровень. Ну, он все так же. Он вообще не ходит в своих основных углов. Этот сейчас встанет и его пришибет. Давай. Вставать пора. Ладно. Сейчас поспим и у Смелодона ролик и закончим. У Смелодона. Ждите третью часть. Уже после нее я, наверное, буду вести трансляции. Ну, не трансляции, а видосы. После выхода в предыдущие. Наверное, сейчас первые три я снимаю. Просто сейчас у меня, например, 28 декабря. Это даже не январь, в котором я наверняка выложу этот ролик. Я не знаю еще, когда он выйдет. Ну, явно после Биондера. Так, остановись. Подожди, у меня есть палочка? Пошлите назад. Пошлите назад. Ой, как у меня подлагало. И что это такое? Нам хватит? Нет, да. А это что это у меня так подлагнуло? А что это произошло? А что это у меня так лагает? Так, я вернулся. Я не знаю, с чем были связаны лаги. Ничего не поменялось. Ладно. Финальный дубль. Последнее включение. В этот раз точно. Так, где у нас, что я хотел? А, палочку. Во-первых, сделаем палочку. Как там тебе? А тебя вообще с помощью кости, да? Так, ты сейчас что? Ну давай, следуй. Следуй, ну. Может, тебе недостаточно расстояния, чтобы за мной следовать. Ну ладно, тогда сядь. Ну, ляг, ладно. Котофей-покоритель динозавров. Ну, это не совсем динозавр. И вообще у нас пока есть только два динозавра, ну ладно. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ну, сейчас. Теперь, да что ж такое-то. Точно, всем пока, ребят.